Нэнси, моя комната на улице Парижа, 27-7. Ну, тут я первое утро. Вот. Это я вот оставил. Не стал использовать эти все принадлежности кухонные. Конечно, сломано. Я использую только вот для кипятка. Там мои все туристические принадлежности. Вот, вот и все, в принципе. Вот и вот. И все. Да, довольно-таки бедно тут все так. Сейчас лицо показать, наверное, не получится. В общем, где-то так. Постирал ванной. Тут протекает, тут тоже вот так все разломано, но по крайней мере чисто было вроде бы. Тут тоже щель какая, все отсюда выходит. Ну, теплее, конечно, чем в лесу, но как птица в клетке. Там весь мой лес, и я там человек, а здесь мне не очень хорошо. Плохо мне здесь. Мне невозможно привыкнуть к такому. Это все-таки клетка. Потому что тут шум, ходишь, полы шум, ну, трещат и мешаешь кому-то, соответственно. Матрас сползает все время. И вот моей бедной спине, конечно, это противопоказано такое. Ладно, все, больше нечего особо снимать.